Вот так вот выглядит этот тепловентилятор. Керамический тепловентилятор. Но отзывы о нем неоднозначны, но положительные отзывы перевешивают отрицательные. Вот купил сетевой фильтр на три розетки. 350 рублей. Покупал в Эльдорадо. Это обогреватель. Инструкция. Вот. Ну что ж, посмотрим. Будем устанавливать. Ну вот, повесил тепловентилятор. Пока что вот так вот сделали. Потом подсоединим. Так, проверим, как работает тепловентилятор. Итак, включаем. Первый запуск. Так, температура до включения вентилятора, тепловентилятора. Посмотрим, что будет завтра утром. Так, пульт управления. Весьма жесткий пульт. Вот тут кнопка. Что-то не фокусируется. В общем, на этой кнопке написано хейтинг. Вот, нажимаю на нее. Так. Итак, что тут у нас есть? Включил обдув. Вот прям теплый воздух греет. Температуру выставил 20 градусов. Режим low, это средний режим, минимальный режим 1 киловатт, и вот фан обдув. Таймер не нужен нам, хич, я думаю, пока тоже не нужен. Площадь этого сарая около 20 квадратных метров. 19,7, по-моему. А вот этот вот тепловентилятор рассчитан на 25 квадратных метров. Вот эта температура он показывает 8 градусов плюс 8. Но я думаю, он обманывает. Потому что вот он градусник, термометр. Вот она температура здесь в сарае. Минусовая температура. Что ж, посмотрим.